Одесса, мама. Да, вот по такой вот погоде мы выезжаем в Никополь. Да, всем привет. Вот. Дождик начался, погода нелетная, но ехать нам еще часов 20. Да. Вот такие дела. Начинается не с кофе. Давай. Добрались там в Никополь. Всем здрасте. О, там Марьяшка. Знаменитый бар Сумонер Вара. Да, как вы видите. Я не знаю, как ехать. Везде ямы, позаливала водой. Блин, у вас дороги земли ремонтируют? Да. Через центральную улицу не пропушки Толика. И дядя Сережа говорит, ну и дороги. Я думаю, господи, вы еще плохих дорог не видели. Там реально вот лучше, чем в Никополе дорога. Именно с Одессы в село. То есть вот это вот за город. Дядя Сережа, ну хоть солнышко встречает Никополь. Хоть что-то радует. Так школьник. Так я, получается, мы посмотрели кино где-то час, может, начало второго я вырубилась и проснулась от того, что мне холодно, хотя я спала на одеяле и сверху у меня одеяло было, то есть я взяла себе два одеяла, и все равно холодно было, даже не то, что холодно, дуло очень сильно в голову, я сейчас так за голову переживаю. Штрафа ты сказал. Марьяшка. Ты там смотри, что еще кроме штрафа аккуратненько. Да я не умею. Домой-то она не сложит, конечно, но
ты такой? Да, вдруг сегодня. Новая линия? Откуда у вас новая линия? Чего? Новая линия откуда у вас? А что это? Это гипермаркет. Типа метро, только строительный. А мы тут были. Елочки уже нет, да? Чего это интересно? Вряд ли. Потому что весенний, летний уже сделали этот поезд. Стадион, котик, стадион. Я ж туда сразу пошел. Мне говорят, нет. Вам надо в горисполкоме, там было такое, но никого нет. Блядь, у тебя 10, у меня 10. Ты знаешь, где приватбанк? Он через дверь. Нет, не знаю. Я помню, где Аваль, и то уже не помню. Аваль вот по этой дороге. Шаурма. Да, да. Вот прямо туда. А приват... Выбрались с машины, идем куда мы там, паспортный стол. Да, будем менять, и фотку спалились, да? Ну, на 18-летие, да, меняется, по-моему? На 16. Ага. Ну, вы же поняли свою вину, типа, в общем, да. В каком-то мы парке находимся, да. Марьяшка с кем-то там болтает. Они не имеют права. Дела. Поэтому они выпили. Ну хорошо, мамуль, давай, мы идем на остановку. Давай. Так, народ, сейчас я вас познакомлю с моим новым другом. Угадайте, кто это? Нет, не Марьяна. Как вы думаете, кто это? Правильно, правильно, это Тарас Шевченко. Правильно! На самом деле я тупой, я просто прочитал это на камне. Да, вот такая вот у них аллейка тут. Как это называется у вас тут? Аллея. А, аллея, класс. Красивое название. Сидим на аллее. Красивое название, аллея. Такая фигня, там еще фонтанчик какой-то строят, нифига себе. Они его не строят, там его будут писающие девочки или мальчики. Вон фонтанчик уже работает. А там фонтанчик, говорит, уже работает. Во, фонтанчик, о котором Марьяшка говорила. Офигеть, такая несусветная красота, да? Вау, смотрите. Да, поля, это вау. Вау. Сзади тёлочка пошла, Марьяша сказала, что она как Григорий Лепс, представляете? Сейчас мы идем в какой-то универмаг набрать бухла и обожраться сегодня. Бука Гашенька. Набрали пивца. Да, так что каждую пятницу я в говно. Сегодня четверг. Да, наконец-то за нами маршрутка приехала. О, кстати, вот она уже и подъехала, вот. Видите, да? Вот, наконец. Вы понимаете правильно меня, да. В Никополе вот такие вот маршрутки ездят. Это такая 115-я, да, по-моему? Сейчас садимся, поедем. Да, вот мы подходим на райончике. Смотрите, цветочки! О, цветочки! Да, и песик за нами сзади идет. Маленький, это Рама. Маленький цербер ползет. Да, песик. Подходим к дому Марьяшки, сейчас увидим маму. Подходим. Папу уже видели, он нас встречал, но вы его тоже уже видели. Да, сейчас маму встретим там в застолье. Там есть такая собака, такая пекинес-переводняк, и наших Жанку вы видели там когда-то. Ага. Вот этих Жанок штук 3, блядь, но это пекинес, мы его покажем. Да, кстати, надо было. Там такая махина, слушайте, отожралась, это ужас, блин. А потом еще привезут такого ушастого зверя. А представь ее беременной, блин. Я не представляю ее беременной. Капец, какая она будет толстая. Там пузо, блин, да и так по полу волочится. Она у них вместо щетки дома. Песики, не плакайте. Я еще обязательно сниму, как она тебя завтра утром будить будет. Вот специально сниму. У нее собака долбанутая, она утром начинает. Ты будешь матюкаться, кричать, меня бить, но я это сниму. Она пока всех не разбудит, блин, она не успокоится. Причем она будет в 6 утра. Ага. А Раки спит до 12, онлайн, чтобы вы понимали. Онлайн 6.00. Ну вот это дом, в котором я жила, живу и буду жить. Даня, сейчас вы увидите это чудовище. Привет! Боже, какая ты похудевшая. Привет, моя кукла, привет! Привет! Собака такая. Это твой, Данечка. Санька! Глаза все аж писала. Боже, глаза! Санька! Саня! Ну, радость их уписалась. Ты моя киса! Машину мы сюда не подъезжали. А чуть тех же их покажу. Запах у вас? Да. Нюхай, по машине мотаешь.
Кися. А у нас шашлыки и аракис в процессе. Это, кстати, мой брат Ваня. Познакомьтесь. Ваня, привет, скажи. Привет. Аракис, ты в тумане. Я тарелку вам чистую принесла. Спасибо. Кто? Фреймон, блин. Ой. Паузы, тараканов ничего нема. Ха-ха-ха. Смотрите, какая прелесть. Да прям. Приехали одни на блинчики. Не хвали, не получится. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, какие некрасивые. Скажи, что это рыжик. За эти, за рыжика? Рыжик. Тебе подписчики за рыжика вместо меня. Это Жанка с Бимой. Вот в новостях было, что в Одессе действительно наблюдали мираж на море. Такое, типа, бывает редко. Вот, ну, типа, при испарении и всякое такое. Я там дурман полили. Бывает, конечно же. Да ну тебя, все, я пошла в дом. Сейчас я начну сверлить, чтобы он меня не увидел, не услышал. Потом буду снимать. Это моя Данечка. Смотрите, пока какой у меня пейзаж. Ну, это пока ранее. Потом летом все цветет, все будет красиво. Кстати, бабрики уже есть. Идем. Аракис. Вот как он работает. Это называется его отпуск. Он будет отдыхать целую неделю. Вот он отдыхает. Вот так он отдыхает. Ну-ну-ну. Молодец. Компромат собирает. Конечно. Мне же вчера за столом не хватило. Не, за это меня этим не убьешь. За. Бабочка летает. Ой, улетела. Смотрите, бабрик есть. Уже. Вот, смотрите. Видно, не видно? Да, не знаю. Да. Видно? Ну, видно. Да, видно. Вот. Я показываю людям, что у нас бабрики уже есть. Ракис, я что-то видео для тебя снимаю. Мог бы и спасибо сказать. На дамбы добрались? До пушки. Да, сейчас вам покажу пушку. Где там пушка? Пушка. Дети какие-то лазят непонятные. Может, хотят пальнуть? Сжахнуть по полной. Зая. Так, а вот смотри, вон это. Речка Вонючка. Сам ты речка Вонюч. Это энергодар Атомка. Атомка энергодар. Чудненько. Не знаешь, что вам там будет видно. Не, я показал по кругу. Ну, вот это. А, это Маленка. Какие-то толстые девочки, которые кушают мороженка. Да. Как ты любишь. И сзади нас тоже кушают все мороженка. Худеют. Сидим на лавочке, отдыхаем, да, суматохи никакой здесь нету. Видите, спокойненько, вообще тихо там, ну, далеко не покажу, да. Там сзади просто такое творится у них. Не так, как в Одессе, суматоха, да, ужас. Люди все куда-то спешат, здесь тихонечко, жизнь такая неразмеренная, будто вообще остановилась. Да, размеренная. Житуха остановилась. И, кстати, ответьте мне на вопрос, а какие у вас достижения в игре за это время моего отсутствия? Что интересного у вас появилось в игре? Не знаю, какие-то там достижения. Пишите в комментариях, мне будет интересно почитать. Так когда даже по вам я соскучился немного. Идем между какими-то дворами, так тихо здесь, спокойно. Вообще, такой переулочек. Классненько. Вчера, кстати, шашлычки были. Вчера, да? Или позавчера? Вот. Да, помогал еще домик немножко обустроить родителям. Видео будет, если он не вырежет. Да, это не особо красивый. Ну, вот это жопка. Если он не выложит, то я выложу. Видите, да? Одна команда.
была когда-то. Вот такие вот дела. Не, родители на самом деле рады, вроде бы как. Ну, пока еще не выгоняют, да. Хотя я уже начал это ощущать, потому что... Просто мамы дома не было 2 дня. Потому что вроде проснулся, вещи были упакованными. Да, а тут уже на тебе опять уже и кульки, и намек типа проваливает сюда. Ну, я не знаю, вряд ли это мне правильно было акцентировано. Наверное, Марьяну хотят выгнать. По-любому меня. Раз уже выгнали в Одессу, теперь надо. Да. Ну, тут показывать нечего особо. Что, обычные домики. Обычные дворики. Идем. Куда мы идем? В центральный, да, в ЦУМ? Да, мы идем к ЦУМу. По дороге у нас будет рынок центральный, у нас будет парк Победы. Ну и ЦУМ. Хоть ветер поменьше стал, да, стих немножко, потому что вчера было ужасно. Да, вчера было ужасно. Были в курсе. Так, да, дошли мы до какого-то парка. Победы. Парк Победы. Сейчас покручусь чуть-чуть. Вон, идем мы туда. Какие-то пальцы. Да, нелюдный особо парк. Сегодня что-то народу. Суббота. Да, хоть и суббота, народу не особо много. Идем мы в ВТБшку. Многие знают, там в Никополе, да, что это за магазин. На площадь. На площадь, да. В Одессе, между прочим, тоже первая, единственная на всю Одессу ВТБ открылась. На Среднефонтанской. Чудненько. Да, идем мы туда, скупимся, всякой фиговинки накупим, придем, будем хомячить, отдыхать. Кто будет хомячить, и кто отдыхать, а кто-то работать будет. Ну, ты понимаешь, клацать кнопочки и фармить арию, это тоже работа. Да, кстати, да, ты руки себе накачала этим. Качала, такую, ох, силушка богатырская. Да, планирую набить сколько там надо, штук 15 арий или что-то такое. Да, вот такие вот дела. Ария — это суку? Да, сука цвета. Где это мы там, Марьяна? Это мы на стадионе, у нас такой мини-зоопарк. Птичник. А ну давай вот этого рассмотрим посреди дня. Такой петушара, да? Гляньте. Гляньте на его хвостяру. Это не будет он для тебя. Смотри, а ну давай, открой его. Это не будет он для тебя. Ну давай свой веник покажи. Не, красивый на самом деле. Птички, вон, посмотрите, там еще один ходит. Ого! Нифига себе! Мультик Мюнхгаузена указано. Спой, птичка! Да, спой, птичка! Там, кстати, и было это. Нифига себе, он орёт. Да, прикольно. Воробишки там. А, он, посмотрите, какой-то сидит. Я не знаю, что это. Сейчас фокус наведется. Это, походу, тоже павлин, только девочка. Походу, он какой-то, да, печальный. Это девочка, в любом случае. Может, он гей? Она. А, она. Павлин, мужики, мальчик гей. Мужики цветные. Ну, это я понял. Ну, то что-то непонятное какое-то, обскубленное. Видно, ее хорошо... Ага, любят, да? Втроем. Фу, ну дети же будут смотреть. Ну, ужас какой. Да, она извращенка у меня. Три девочки и три мальчика. Ну, то есть у них нормальная оргия может получиться, да? Да, вот такое вот деревцо какое-то непонятное. Жарин, Дашко, Кудренко, Гамон. А моей нету. Пошли туда дальше. Точнее, лучше я отойду. Не-не-не, да что мне себя снимать? Я уже всем надоел. Хоть что-то интересное. Ну, допустим, у нас в Одессе я такого не видел. Опачки тут какие-то там. Ага, заслуги, бла-бла-бла. Угу. Типа аллея славы. Так, вот еще одно деревцо, тоже фотографии там. Сейчас покажу. Так, пошли и дальше. Да-да-да. Проволоки. Классно сделано, на самом деле. Да. Они вот еще когда зацветают, что прикольно будет. Они не цветут, она чисто зеленая. Это плющ. Они не цветят. Плющ. Он просто зеленым обвивает вот это вот все, и они чисто зеленые. Угу. Прикольно все равно сделано. Ужас. Прикольно ужас. Пошло. Как вам моя сумочка? Нет, все, вы видите, сумочка уже не моя. Куда мы идем, Мария? Мы идем по аллейке, блядь. А как же она называется? Сейчас вам заценю аллейку. Трубника, по-моему. Я не помню. Короче, вы видите, дорога куда-то в ад ведет, я уверен. Сатана в конце ждет. И грязные это черти будут драть всех. Техникум. Да, это какой-то там техникум. Мы еще не дошли. Ну ладно. Покажем вам его чуть позже. Да, что еще народу расскажем. А там вход мой институт. Там вход, там, где она типа училась. Типа. Да, пропухивала все свое время. Отсидела там пару лет. Что мы будем вечером делать? Вечером ты будешь пить чипсы.
пить чипсики буду и закусывать нон-стопчиком. Ужрусь в строкотан, народ. Так что если я на 444-м начну нести всякую хуинтейку, да-да-да, и всем предлагать выбрать вместо Арии вампира воды, это норма. Вампир воды топ, вообще все качайте его, обещаю вам. Да, он вам поможет во всем. И удалить вашу игру, да. Да, ты что у нас сегодня будет вечером? Ничего, что сегодня вечером? Ну, кроме вот этих вот утех 18+, и так далее. Не, ну это стандарт, по-моему, это даже не обсуждается. Видите, да, скучная жизнь у меня. Так, короче, идем мы по какой-то аллейке. Сейчас вам техникум покажем. Ничего тут интересного, по-моему, обычное здание, господи. А там дальше ДК, там фильмы иногда показывают. Там фильмы интересные показывают, немецкую мелодраму. То есть никакой любви, тупо сразу трах. Да. Вот так. Главное, чтобы все хорошо заканчивается. На животе, либо на... Ротике. Вы слышали, да? Кстати, только интеллигентные девушки знают, что слово «невротик» пишется слитно. Да, не все это знают. Шалунишки извращенные. Так, машинки всякие катаются. Блин, реально, тут по сравнению с Одессой 1,5 машины ездят. Ну, дорогу перейти. Я вообще удивился, что здесь светофоры есть, на самом деле. Прикиньте, цивилизация какая. А когда-то для меня это была куча машин, как дорогу чума перейти. Просто, да. У нас, блин, в деревне перейти тяжелее дорогу. Это ужас какой-то. Да, сейчас будем садиться, у них маршрутки есть, прикиньте. Тоже да прикольно. Ладно. Я думал, здесь все еще до сих пор на лошадях, знаете, там, не знаю, рикши там втягают всех. Как в Китае, да-да-да. Ну, дела такие. Аракис, ты балабол. Дэдпула показывай. Народ, прикиньте, тут еще Дэдпула показывают. Сейчас, я не знаю. Да не видно. Не, на самом деле, городок прикольный, спокойный. Так что приезжайте все в Никополь. Здесь круто. Вообще, круто, тенюшка, круто-то. Аракис, покажи. О, да, всем привет. Сегодня будет у нас арахис в шоколаде. Арахис вообще сегодня в шоколаде. Да, накупили всякой фигни на кучу денег. Покажи. Пришел тут показывать. Всякой фигни на кучу денег накупили. Короче, взяли хлеба, воды, все. Больше ничего нет в магазине. Чипсики. Да. И арахис в шоколаде. Самое главное. Да, я настолько голоден. Вообще ужасно. Ой, это мой район. Иди! Аракис умеет. Мороженое в стаканчике, круглом. Круглый стаканчик. Кто-то сидел на нем, наверное. Это была я. Ну да. Лизать я его не буду, может, не снимать. Я почему? Ну давай, Аракис. Только мороженка, а не просто так. Давай. Нет. Давай. Не разводи меня. Ну давай, Аракис, я знаю, ты умеешь. Я знаю. С кем я живу? Ужас. Ну лизни его. Вырубай нахер. Ну ради меня, ну лизни. Маря. А. Выключай. Лизни, да. Ласа снитунца. Ну. Маря. Ну что? Нет, так не интересно. Если ты меня так кусал, я бы тебе уже челюсть выбил. Последнее видео наше. Ну! А вырубай уже вот да меня. Ну! Все ждут! Не буду я вам, ну! Всем привет! Вот мы уже и домой собираемся, да. Пока Никополь на вокзале. Мы сейчас вам покажу легендарный офис Summoner War, вы видите. Правда, немножко это все перекручено. Сюда я зашел, немножко там решил пару дел, вопросиков. Так что теперь донат будет дешевле, рандом будет круче. Да, и каждому выпадет первородка. Идем, поезд. Да. Уже поезд едет. Да, все, бежим мы. Опять
опять. Здрасте, где мы там уже? Мы в Запорожье. Уже в Запорожье, короче, приперлись мы в какой-то непонятный город. Жизнь удалась. Я ем всю дорогу арахис, еще много осталось. Ах ты, а я... Тебе нет. Типа я не арахис, да? Да, ну, ты ладно. Не арахис, поэтому тебе нельзя арахис. Да, скоро уже будем, ну как скоро, еще нам ехать у Ютью, и мы завтра приедем, смотри, получается. Смотри, он уезжает. Нас оставляют. Нас оставили. Да, нас покидают, вот. Приедем мы где-то около 12, да? Не, без 15-11 будем уже в Одессе. Да, то есть в обед где-то мы уже будем в Одессе. Там еще тоже видосик, наверное, какой-то снимем. Может да, уже быть. Жду, не дождусь уже этого стрима, всех дел. Прям соскучился по всем. И да, по так. Мне всем соскучились. Ну да, ну да. Да ладно, и по тебе тоже. Я имею в виду своих учеников вообще. Ну да. Да, вот мы уже и приехали. Парочка сумочек. Да, посетили мы Одессу. Посетили? Посетили. Приехали домой. На родину, да, приехали. Слава Богу, Господи, столько времени в дороге. Это полный пипец. 18 часов. Самому скучно прощает храм. Mama.